Всем привет. Хе-хе. С вами Некромаш. И вот, и у нас вот такая игрушка We Harvest Shadows демо-версия. Вот, это что-то, короче, про чувака, которому что-то перемкнуло в мозгах, и он из города приехал хрен знает куда, типа в какую-то ферму, и что-то там, короче, происходит. Как видите, название вообще говорит, мы собираем тени. То есть, как оружие, тени собираем. Я, правда, не совсем чего понимаю. Короче, чё, как, где, ничего не знаю. Ну, чё тут тянуть? Погнали. Мы вроде бы будем выживать на какой-то ферме, что-то там делать, короче. Посмотрим, в общем. Это, как говорил, демка. Ждем-с. Those eyes, that demonic face in the rearview mirror, that's when it all started. Ну, вы тут сами читайте, я не буду своим голосом портить впечатление. I didn't have anyone anymore. I got into my mom's old truck to drive back to New York, like I always do. But something happened that I can't explain. I saw my exit, turned on the blinker, and drove right past it. Ну, в общем, поняли. Он типа что-то там. Надо будет поправить поле зрения, что-то какое-то не такое. I was in a rush to nowhere. В общем, он не поехал туда, куда собирался. А хрен знает, куда ехал 4 часа. That's when I saw it. It felt like the only right thing to happen to me in years. All I wanted was to walk down that path, lock the gate, and leave everyone behind. Так, ферма, более 200 гектаров, исторически промышленно So I bought the farm. Не успел, короче. Ну, в общем, он купил ферму. И выбросил ключ как можно дальше. I started laughing out of sheer joy. Частная собственность. Так, а машина почему? I couldn't believe I was actually doing it. I was finally ready to forget it all and be forgotten. А какого хрена ты машину ставил так далеко? Чё, не мог до фермы доехать, что ли? Пешком тут бегать. Ну пока. You gave me a promise, Garrett, in our backyard garden when you were little. А, я забыл, погодите. Remember. Ладно, пока что не мой, нельзя поменять, потом поменять. Ну, блин, пока что красиво, только надо немножко меньше сделать этот поле зрения, я слишком большое сделал. В общем, будем исполнять обещание маме. Обещанное маме, то есть... Правда, я не знаю, что он там наобещал. Ну, посмотрим, короче. Пока что вроде прикольно. Надеюсь, вам тоже понравится. Игра вроде скоро должна выйти, точно не знаю. Пока что. Хотя, по-моему, погодите сейчас минутку. День первый. Незримый скиталец. All right, Garrett. Today's the day. You're gonna leave the house. Блин. Hold your applause, everyone. Светло смотрю. But where did I put that to-do list? If I can find it in all this garbage. Так, погодите минутку, я сейчас гляну.
кое-что. Так, we harvest the moon. Ой, shadow. Сейчас, минутку, ребятки, извините, что я так, но... Это... Когда она выйдет? Короче, не нашел пока что. Ладно. Фиг с ним. Так, фонарик. Угу. Так, тут какой-то... Что-то вот тут есть. Читать. Ага. Что нужно помнить? Проверяй свой список дел каждый день. Не забывай использовать инструменты. Кое-что должно лежать дома. И я могу купить еще из каталога по почте. Ложись спать вовремя. От этого леса у меня мурашки по коже. Бросай вещи в трейлер, чтобы продать их. Бревна стоят несколько центов, но гораздо более ценными являются помидоры и куриные яйца. Моей, конечно, конечной целью должна быть покупка винтовки, но сначала я несколько дней поработаю над выполнением своего списка дел и подкоплю немного денег. Теперь это остаток моей жизни навсегда один, что лучше всего. Однако я все-таки отправил одно письмо после покупки этого места. Он единственный, у кого есть мой адрес. Интересно, когда он приедет. Нифига себе. Так. Так. Ну что, пошли осматриваться. Как там? Еф, да? Что-то тут тебя, где тут? А там... А, у нас еще стамина есть. Смотрите, видите? Желтое это. Так, что это? Фу. А, список дел. Список дел критически важен. Нажмите Tab, чтобы просмотреть свои задачи. Задачи не ограничены по времени, поэтому можете не спешить. Задачи с пометкой необходимы, типа звездочкой, необходимы для продвижения сюжета. В нижней части блокнота также показаны ваши деньги и важные предметы. А я там что-то видел, короче. Ну, это, может, так и не будет. Time for the greatest dopamine release possible. Cleaning your room and scratching it off your to-do list. Но он, короче, это... Там плавал в этом, с лодкой какой-то. Так, ну что, убираемся, нехрен тут по мусору ходить, да? Ну, это как обычно во всех этих вот нынешних, почти всех симуляторах. Мы начинаем с того, что мы убираемся. Всякий хлам там убираем. Так, а это что, нельзя взять, что ли? Или я не попадаю просто? А я просто... This is heavier than it looks. Да ладно, не плачь ты, чё. Зачем мне просмотреть? Собрать мусор в спальне и выбросить его в прицеп. Но это я уже понял. Куда бросить? Я тебе брошу. О, смотрите тут, что происходит. I don't remember this being here. Опа, какая-то странная картина. Обращайте внимание на загадочную картину в коридоре. Она будет меняться едва заметно, а порой и очевидным образом, отражая ваше душевное состояние и предупреждая вас об опасности. Чем страшнее картина, тем сильнее угроза. Ни хрена себе, сказал Яси. И вот это у вас шуточки. Так, а свет тут у меня включается? Чё я это с фонариком бегаю? Во. Я не надо такие звуки издавать. Что-то. О, тут свет есть. Нахрена я тут бегаю с этим фонариком? Сюда, что ли, выбросить? Да, сюда. Man, it's pretty here. Not a soul for miles. I should have done this years ago. 20 центов заработал. Okay, that wasn't bad. Охренительная заработал. О. Ну тут велику можем купить, да? Нам там по заданию надо. Но у нас пока, наверное, денег нет. Вот, видите, что тут у нас творится? А это вот эти помидорки, да? Блин, охренеть. Ладно, пошли дальше. А, тут еще дверь есть.
Я только вот сейчас думаю, а не надо ли нам двери закрывать? Там же про какую-то... Looks like it's missing some pages. Нифига себе, карта. Карта и компас. Вы можете открыть карту, удерживая Q. Сначала вам придется посетить наблюдательные вышки. Когда вы найдете все предметы в определенном месте, там появится галочка. В игре нет указателя, так что не забывайте сверяться с картой и планировать свои дальнейшие действия. Нифига себе тут у вас. Эй, как ее? А как ее убрать? А? Алло, че, я так и буду с ней бегать? Не понял я. А, что-то нажал, короче, на единичку. Так, вот это надо закрыть. А что, тут не надо убираться, да? Тут все нормально у тебя, да? Прикольный ты чувак. Что тут? А, тут типа одежда какая-то. Грязная, непонятная. Слушайте, это какой-то Stardew Valley. Только на максималках. Твой список, то я знаю, что он не завершен. Так. А чё телевизор? Well, TV would have been nice. With a whole being alone for everything. И чё? Это твой телевизор не работает. Видишь, никогда не покажет. А, вот, тут свет есть. Тоже. Включить, выключить. Вот, включили свет. Тут кухня. Открыть. О. I'm good food wise for a long time. Cans of beans as far as the eye can see. Можно типа фасольки выращивать. Не выращивать это. Можно фасольку. It's rusted shut. Понятно. И что дальше, что? Что-то я не понимаю, тут что, не надо убирать? Купить лейку. А, у нас есть уже на лейку. Все, понял. Больше вопросов нет. Да уберись ты. А, на тап убирать. Не понял. Это как понять? Это что сейчас было? Блин, мне уже страшно. Сами двери открылись. Ну нафиг. Тут чё? О, у нас даже вот что есть. Квадроцикл типа. Нифига себе. Ладно, пошли лейку покупать. Конечно, немножко странно, что мне не дают мусор убирать, а надо вот так. Да ладно, на твою лейку. А второй уровень? Чё тут первый, второй? Ну, это понятно. Ну и что дальше? Да на другое у меня денег. А, второго уровня уже 20 будет стоить. Топор будет 15, 3 монетки грабли, серп для травы. Ладно, пошли поливать. А где воду брать? Поливать. А, это у нас магическая лейка, да? И по через космические каналы вода наполняется. Так? It wasn't a lot, but it was something. I better get to bed. One day down, eternity to go. Типа пошли спать, говорит. Ты уберись тут у себя. Чё ты? И? Странный какой-то чувак, короче. Тут же убери, что тут у тебя творится-то. Да боже. Ой, что за тупое управление, блин. А, понял. Что за звуки, блин, слушай. Шут, смотрите, дверь-то была заржавевшая.
Нафиг, что тут происходит, блин? Что ты прыгаешь? А в ванной можно помыться? Ой. Ха. Окно было открыто. Ни хрена себе. А тут свет есть? Нет? Есть. Что-то мне тут в этом доме страшновато. Давайте я везде свет зажгу. Ну, хотя не особо тут посветлело, конечно. А что на кухне так светло? Блин, я ни хрена тут не вижу. Тут свет есть. А тут... А, его. Нашел. Ну, вот такая у нас это... Блин, опять эти двери. Камин нельзя зажечь. Ну, короче, нам дальше не дают больше ничего делать. Пошли спать. Значит, кто свет выключил? Опять. А, нет. Ну, его нахрен. Извиняюсь. Так, второй день сохранения. А этот автоматом. Ну его нафиг. Ты уверен, что утро? Нет, это точно не утро. Да ну вас нафиг. Собрать 10 помидоров, купить справочник строительства, построить курятник. Откуда у меня деньги появились? Точно день, блин. Что-то мне не похоже. А, хотя да, вот солнце встает. Да. Миска какая-то. По идее, собака должна быть. Ну, пошли собирать помидоры. Что делать? А? What is that? Кто там? Посмотрите. Что это такое, блин? Клэр? Whoa! You remind me of someone, girl. Не понял. Вау, ух ты. Hey, you gonna keep up or what? I'm sorry, I just can't get over this view. I can't believe you've never crossed the bridge before. Yeah, but why leave downtown anyway? To come see me, obviously. Of course. Good point. Probably the best point. Whoa, is that a deer? How did she even get here? Hold on, give us some space. We've gotta help it. Боже. Опа. It's okay. It's okay. Let's get you home. Чего? Claire, do you ever think about me? Like I think about you? Do you ever wonder where I am? Что-то страшное, странное. Get back to work, Garrett. That's all you're good for. Ну, помидорки такие не очень. Я, походу, больше собрал, да? Купить справочник строительства. А куда их девать, эти помидоры? Что-то я не понял. Че он так быстро идет? Так, каталог. Медицина, фермерство. Дом. Комплект для кур 5 стоит. Ага. И чё? Чё-то я не понял. Пишет, купи. А я не могу купить. Это что такое? А, погодите, это не то, короче. Это не то, что я думаю. Это молоток, типа. Так, погодите. А, вот, справочник строительства. Так у нас денег не хватает. Это я думаю уже, чё же за дела.
Так, где мой помидор, алло? Now this should come in handy. Я так и не понял, где помидоры-то? А, во. Бросает он тут, понимаешь, мои помидоры дорогущие. Во, 5.40, да? За помидоры получили. Все, давай. Справочник строительства. Комплект. Блин, так мне не хватает. Семена помидора. Погодите, что там по заданию? А, купить справочник строительства и... Ну, понял. Давай-ка. Купили. Окей, you got this. Just follow the instructions, bro. Какие инструкции, блин? Нам курят... Нажмите B, чтобы открыть справочник строительства. Ну... Напольный факел. Ай! Смотрите, мы купили, но у нас все равно 8. Ограждение не надо. Блин. Нам сейчас надо эту купить. Для этого, как его? Курятника. Да? Ну, прикольно, конечно. Комплект для торговли потом будет. Так, ладно. А где будем строить курятник? Давайте с этой стороны, что ли. Вообще, как он выглядит? Животные, во, появились. Что, я не понял. Ограда для кур. Так, откуда я возьму $10? М? Ну, странно, купить 10, короче, всяких вещей, чтобы это... Так, я тебя понял. А тебе... Смотрите. Прикольно. Да. Короче, мы его типа продали, да? Интересно, можно больше, чем одно нести? Можно. Ну, конечно, это прикольно все. Так, давай-ка смотреть. Поливать. Или это уже их не надо поливать? Так, может таскать два бревна всего. Я надеюсь, они потом пропадут. И что, у нас уже типа вечер? Блин, тут уже ночь, не то что вечер. Ёбаханый бабай. Пошли спать. Опять эти непонятные звуки.
построить курятник. Ну погоди, не могу я построить пока что. Бред какой-то. Короче, смотрите. Ночь. А, и, ну вот это уже есть один минус игре. Что какой-то ты тупой список должен обязательно выполнить. Хотя у тебя ночь во дворе. Ну, может, специально так сделано, я не знаю. Но, блин, это глупо. Как по мне. А что тут с ними делается? Угу. И выпадают эти бревна. Они же пропасть, по идее, должны. Так, 7 баксов. Ну, сами видели, какая-то мистика уже происходит у нас. Что тут пипикает, пиликает? Нюансы уже есть, да? Ну, что я могу делать? Смотрите, начинается. А, этот, наверное, специально так сделан. Короче, глупо сделано. Ты не можешь ложиться спать, пока список не сделал, видите? А деньги тебя списывают. Ну, бред полный. Это по мне так. О, блин, дверь открыта. Это я заставил, да? Это не продумано немножко. Тебе сама игра не дает идти спать. Так что. Ну, зато у нас помидорки есть. Появились. За помидорки мы, конечно, больше заработаем. Я посмотрим. А, видите? Они за ночь пропадают. Было 5:40. Сейчас нам точно хватит на курятник этот гребаный. Так, животные. Ой, ограждение. Конструкция. Курятник. А, и он маленький. А куда его тут можно строить? Погодите. Надо придумать, чтобы не было тут. Красиво надо сделать. Давайте, может, его вот куда-то здесь пришпандорим. Нет? И правда... А, вот так. Так. Ну, вот здесь. Или... Погодите. Или здесь лучше? Не возле дома? Вот тут, погодите, куда тут его пришпандорить? Давайте мы его вот тут куда-нибудь бахнем. О! Вращать. Да он не вращается очень. Ой, ой. Короче. Ну, давай тут все. $10 и чё? 4, не понял. $10 подсчитал, а где мой курятник, блин? Что-нибудь поняли, нет? Так, разместить. Ну, разместил. Ку. А! То есть я должен за деньги, типа, покупать и все? Так неинтересно, я думал, он сам будет строить. Построить курятник. Ну, построил бабок 13. Сейчас курицу надо покупать, да?
Куда мы там заходили? Блин, я забыл. А, в Б. Животное, курица. Так, курица, живи тут. Ну давай еще одну. А может не надо? Ладно, пусть будут две. О, пошла. А ты что не идешь? Алло. А это не записка, нет? Ну что нам дальше-то делать? Построить курятник. Ну, построил. Все. И что дальше? Идти спать сейчас? Или как? Можешь спалить помидорки? Так. Не понял, а где моя лейка? А лейка-то где? Ой, блин. А, все-таки, кажется, воду надо набирать, а где? Ладно, давайте пошли. А, вон озеро есть. Ну, с одной стороны прикольно, с другой. А как выйти отсюда? Там озеро какое-то есть. Это одно. Плюс это. Плюс, что я хотел сказать. Плюс там, видели, вышка это. Я хочу туда. Ничего не может через забор перепрыгнуть. Давай, прыгай. Боже, какой он этот. Что, я сейчас 200 гектар буду искать выход, что ли? Странновато, конечно. А, сдох уже. Должен же где-то выход быть. Ай, погодите, курам корм не нужен? Сейчас глянем. По-моему, нужен. Но у нас, наверное, денег уже нет. Так, изучить магазин. Семена, комплект для торговли, медицина, фермерство. Все купили, дом. Дом все закрыто, короче. Инструменты, грабли есть. Только зачем мне грабли? Непонятно. Винтовка закрыта. Ай, мотоцикл этот закрыт, блин. То есть я вот этим пользоваться не могу, что ли? Hot damn, this doesn't even look that old. I could totally fix this up with the right parts. Ой, это курица такая? Короче, я ни хрена не понял, как мне отсюда выйти. Но я хочу выйти. Опять вечер. Да ладно, вы шутите, что ли? Что-то тут за быстро день проходит. Вам не кажется? Ладно. Пошли спать. Мы как бы все сделали. Может, там что-то откроется потом. Тут вон как бы пшено, не пшено. Хрен поймешь, что тут. Пошли спать. Опять. Тут он не убирается, блин. Тут может потом, знаете, что будет? Типа, можно будет, ну, как бы делать. Там видели ли для дома покупать, и там, наверное, автоматом будут убирать. Чего, блин? Это что сейчас было?
хрена не. Да идите вы в задницу. Вы спать. Мы тут... Чего? Проснулся, блин. I guess I'll take a quick look outside. А, понятно. Чего он сказал? Что надо выйти, что-то быстро посмотреть, да? Чё за звуки, ё-моё. О, какая лампа прикольная. Боже. Так как мне отсюда выйти-то? А тут карта есть? Есть, но она ни хрена не показывается. Блин, там животинка орёт. Боже. Да не ори. Как? Волки какие-то. Блин, а как отсюда выйти нахрен? Я, конечно, извиняюсь, но ни хрена я не понял, блин. Что я сейчас буду 200 гектаров побегать и искать выход? Ну, по-глупому, вот это тоже сделано. Что он через забор не может перепрыгнуть? Это что за бред? Как тут вообще выйти отсюда? Так, а это что такое? Куда-то я приперся, блин. Опа. Непонятно, короче. Как лейку заправить, тоже непонятно. Какого хрена я тут бегаю вообще ночью? Волки, блин, воют. А может тут какой-то выход есть? Ну, забор-то есть. Что-то мне не кар... И как это понимать? Ну, что-нибудь поняли, нет? Что это за звук? Откуда я знаю, что это за звук? Звук косули, но еще звук. И что мне с ним делать, с этим звуком? Ну, у нас все огорожено забором, как видите. Я не знаю, о, видите, я никуда выйти не могу. Так что непонятно. Закрылся какой-то, ну, чудак, короче, да. Что скажешь? Ну она орёт, а что я могу сделать, блин? Ну там где-то. Почему так тупо, да? О! О, блин, извините, я думал, это косуля. А, конечно, курица, где гуляет. Все наше. Ну чё, что это за звук, короче? Одна курица тует, другая тю-тю. Что мне сейчас с ней делать? Иди домой ты, полоумная. Короче, птицу прогнали. Come on, Garrett. Get a grip. Чего? А? Одинокие ночи могут привести к твоей гибели. Ночное время в лесу может быть
Очень особенно опасно. Ты можешь избежать ночи, выполняя все дела из своего списка дел и рано ложась спать. Ты также можешь убирать свой дом и развивать свою ферму. Чем больше становится твоя ферма, тем надежнее вы будете защищены от опасных призраков. Ну, это я понял. You're a grown-ass adult, Garrett. There's no one out here. Go and look around if you're so scared, you baby. Говорит, убирайся, мусор. Но я его не могу брать. Опа. Опа. Телевизор заработал. Воу. Смотрите, что тут происходит. Вот кто-то в доме. Открылась дверь. Смотрим дальше. А тут приблизить нельзя, ничего. Чего? Что тут постоянно пипикает? Ладно, пошли спать. Я думаю. День четвертый. Блин. Ой, что это? Я-то думал, что там косули где-то за забором, а тут оказывается... Чего? От чего это ты себя не чувствуешь? Этим самым... Так, картина. Что-то я не вижу, чтобы она менялась. Ну, убираться мы дальше. Ай, наверное, может, надо что-то купить там? Не можно найти. Ой, как светло в кавычках. Ну, это, конечно, не очень интересно в этих потемках бегать. Ну, что я могу сделать? Товарищи, зрители, то есть... ну, правильно. И скажите мне, где мне сейчас воду взять? Вот. Можно узнать? Где мне заправить эту лейку, блин? Вот видите, ну не знаю, как тут так сделано по идиотски. А как мне заполнить лейку? Извиняйте, если я везде огорожен забором, никуда выйти не могу. Может, где-то тут есть какая-то вода, блин? По идее, тут колодец хотя бы должен быть. Что такое? Ну, побегаем сейчас. Слушайте, а тут... А, вот тут куда-то дорога идет. Может, сейчас найдем чего-нибудь. О, тут же я не хотел. Тут не вода, случаем. О, кажется, нашел воду. Да? Или мне кажется просто... Нет, это не вода, это мне показалось. Да нет тут. А, ну мы опять к этой будке придем. Делают игру про фермерство, у тебя нету где воду взять. Ну, странно, скажу я вам. Как по мне. Ну да, вон забор и все. Воды тут никакой нет. Может, нам какой колодец надо построить или что-то такое? Ограждение. Конструкции. Да нет ничего такого. Да у нас денег нет. В общем, не знаю. Что мне делать сейчас? Но это крайне странно. Он типа закрылся и закрылся, короче, с потрохами. А, о, блин, ворота. I'll never leave here again. So the gate stays locked. Only the county flatbed hauler comes and goes. Да, ты дурак или как? Я извиняюсь, конечно. Должна же где-то вода быть.
заполнить воду. Ой, блин. Там же видно через забор, что можно пройти. И как тогда... Что-то я не понял. А как тогда эти вышки сматривать и это все дело? Там же сами писали, что можно сматривать. А он ворота закрывает. Может, тут что-то с заборами можно делать? Погодите. Вон как, допустим, вон мои бревна улетели. Там вон пруд есть. Там амбар есть. Почему я не могу выйти? Ладно, сейчас в этот каталог посмотрим. Есть ли там что-то такое. Так, изучить магазин. А тут что? Да нет ничего. Инструменты, медицина, фермерство. А, во! Комплект для... Для полива открывает. А, во, как мы сможем строить, типа, понял. Короче, ну все, нам тогда надо деревья рубить. Все. Я вас понял. Быканул. Может зря, может нет. Опять половина за забор улетела. Надо посмотреть, может, я зря тут с этими деревьями копошусь. Может, надо эти. Так, а по заданиям, что я должен сделать? Купить топор получше, изучить амбар. Как я его изучу, если я выйти не могу? Что-то я не понял немножко. Какой еще амбар? Где он есть, этот ваш амбар? Ну, амбар-то я видел. Чё? Не берет, смотрите. А. Не берет. Чего? Смотрите, идет, как будто он с этим. Как будто он с грузом. Ну, что-то багануло, походу. Так, семена помидоров. Но у меня от них пользы нет сейчас пока. Потому что... О, прошло. Так, пошли посмотрим, может, там яйца появились у нас. Что-то я там вижу. О, блин, же сколько яиц. Курица, уйди. Ну, блин, что-то там встало. Вот, иди отсюда. Ля какая? А мне сейчас опять спать не дадут, да? Потому что топор купи, амбара смотри, а как я его смотрю, вон он, как мне туда попасть? Супер непонятно, короче. Да ладно. Может, пустят сейчас поспать? Я не знаю, конечно. О, 7.60 сразу. Клюков, конечно, полно. Так, у нас $15 есть, да? Но нам надо сейчас этот долбанный покупать. А, так я не могу. А, он 15 стоит, да? Ну, сама игра, короче, не дает. Смотрите.
Купить топор, изучить амбар. Да ну тебе нафиг. А тут интересно, сохранение есть какое-то? Может, тогда на этом и порешаем первую серию, так сказать. Честно, я не представляю, что мне сейчас делать. Что мне сейчас ночью опять бегать там по лесу? О, вот сейчас дает спать, смотрите. Перед этим не давал. Прикольно. То он разрешает спать, то он не разрешает спать. Пока дела не завершены. Ну ладно, если такими темпами, то мы... Только я не понял, почему я топор не мог купить. Опять дверь открыть. Ну. Да хватит тут это. Быть. Нездоровый ты волк. Так, есть одно яйцо. Сидите там, курочки, не будете. Я колесий. Боже, эти куры такие звуки сдают. Обделаться можно. Ладно, пошли смотреть дальше. Так. А чё помидоры не растут? Тут же полито все. Ну понятно, короче. Ты должен каждый день их поливать. Иначе они расти не будут. Я вас понял. Так, два бревна может нести, да? Ну, посмотрим, что там с этими... С этим топором. Только я его почему-то не могу купить. Хотя должен. Может, должно хоть немножко больше денег, типа, быть? Чем ровно сумма. Или я что-то не понял там. Или сначала нужно этот амбар попасть. Так, ну блин, чего они падают, я не знаю, короче. Ну хоть они... Так, о, сейчас можно купить. Перв для травы. Ай, вот. Понятно сейчас, видите? Типа, можно сейчас забор будет раздолбать. И все, это новый, да? Okay. I think I'm ready to venture out beyond the fence now. Let's see what's out there. Ну я понял. Ну, ну тогда, может, и прикольно сделано. Но название интригующее, да? Ладно, пошли ломать забор. Давайте сделаем себе тут вот такой красивенький проход. Вот тут. Вот. О, все, можем идти. Тебя пока сюда. Пошли, зальем нашу лейку. Может, порыбачить можно будет потом? Нет? Так. Поливать. А, во. Заполняем. Вот наша леечка. Побежали обратно в дом. Там, может, потом можно будет какие-то ворота строить, нет? Ну что, ребята, думаю... Типа, если вот эти капельки падают, я так понимаю, это у нас это полито. Что ж, мы тут уже почти час бегаем, думаю, для первой серии как бы хватит.
У нас все есть, мы сделали, а дальше продолжим в следующей серии. Я надеюсь, что тут есть какое-то сохранение. О, яйца появились. Так. Так, наверное, удобнее будет. А ему что, кушать не надо, этому нашему деятелю? Нет, он не кушает, да? Он святой. Я извиняюсь, если кого это обидеть. Но, видите, кушать ему не надо. Я про это, если что. Так, еще с курицей не убегут там. Ну, ладно, пофиг, убегут и убегут. Там купим, если что. Ну, короче, это странно очень с этим вот его этим. Ладно, на этом тогда пока что прощаемся. В следующей серии отправимся в этот... Начать день заново, настройки, продолжить. Походу, тут надо будет записывать все подряд. Ладно, на этом все. Пока так как говорил. Встретимся в следующей серии. Вам всем удачи, здоровечка. Это самое вам. Все ссылочки в описании. На этом прощаюсь. С вами был Некромас. Игра We Harvest Shadows. На этом пока-пока, до новых встреч.